Айбатыров Нурсултан Сакенович, главный специалист аппарата Акима района Байконур, города Нурсултан. После снятия режима ЧП создана специальная комиссия по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Согласно утвержденному алгоритму комиссии, на блокпостах ведутся работы по пропуску граждан. На территорию города пропускаются продовольственные товары, продукты питания, согласно путевому листу, а также наличие справки. По расположенным вблизи города Нурсултан дачным массивам, дачным садоводческим, пропускаются только при предъявлении справок о наличии дачного участка и также сопровождении документов, удостоверяющих личность данного гражданина. В город Нурсултан пропускаем только согласно прописке, кто зарегистрирован, прописан в городе Нурсултан, их пропускаем после проверки медицинского персонала.